Буэнос диас, братва. Ядерный рассвет на фезарейт ваши экраны, это значит, что мы продолжаем катать в Need for Speed Most Wanted. Когда же он уже кончится, мать его. Поэтому садимся поудобнее. Берем свои ништячки. И едем карать. Ну, я думаю, сегодня покатаем гонушки. Потом менты и бойня. Ну, бойня, скорее всего, не сегодня. Надо тестировать новое ведришко. Так, там у них, похоже, свалочка. Ну, расслабляться все равно некогда. Только хотел сказать, что... Чисто пока. Ага, хуёв там упаковка. Ну, как обычно, полчасика покатаемся. Да будем разбегаться. Ой. Злой, ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё у них там... Да, ребятки. Я, конечно, вожу хуёво. Но ещё хуже. Это просто пиздец какой-то. Блять, рано вперчил. А, сука. В смысле, блять, он едет быстрее, чем я. Сука, а вот поворота я не ожидал. Да и круги не в рот ебательски длинные. Вот на кой хуй? Они заставили меня проехаться здесь. Сейчас так чувствую, еще одна свалка будет. Кому-то там настолько хуёво, что он отстал на 8 километров. До сих пор тронуться не может, что ли. Как тот акробат из 39-й. Я ебу Али-Бабу, блядь. Честно, удастся мне его догнать или как? Я его вроде как даже нагоняю. Пиздеть. Блять, если я иду 340, как он, блять, может идти наравне со мной на каком-нибудь ведрище ебаном? Сука, ебучий кетчуп. Вот за что я всегда ненавидел гоночки от Electronic Arts, это за ебаный кетчуп. Я думаю, те, кто более-менее в теме, поймут, о чем я говорю. Это когда игра подтягивает болванчиков к твоему скиллу. Чтоб, значит, соревновательный элемент был. Кого-то быстрее, кого-то медленнее. Вот эти и вот регулировкой дозы кетчупа.
собственно, и регулируется скилл ботов. На кой хуй писать совершенно разный АИ? Там кому-то посложнее, кому-то еще какой-то, ну или просто, как говорится, три вида, легкий, средний, тяжелый. Если просто, можно налить побольше кетчупа, и он будет невъебенно потным. Или наоборот, кетчупа зажидить, и каточка будет вообще изичная. Да, долго же он поедет. Главное, сейчас не обдрестаться. А то обидно будет. 5 с хуй минут перекатывать. А, блядь. Блядь, даже посмотрю стату. Никакого внимания. Так, 8 гонок. У меня тут первая была. Ну чё, заедем истреблятель, заодно ментов подраконим. Как он, блядь, набрал 215? Так, пока просто топим. 334, блядь, косорылые. Так, ебучие петли. Он еще какой-то петушок. На выходе. Триста один кемиче. Я вроде как вышел на первое место, но... Блядь. Не я один здесь разложился. Ништяк. Триста семь. Центр, внимание. Замечена группа уличных гонщиков. О, а вот и бомберы. Опа, мусора. Оп. Не, не оп. Опять под 300. Да ладно, я прошел гонку на максимум и без мусоров. Так, драграсинг. На драграсинг у меня сегодня не стоит. Поэтому поехали посмотрим, короче, что там по тачкам. Может, что-нибудь прикольное удастся выцегнить. Я имею в виду деталюхи. Блять, голос сорвал слегка. Ну да ладно. Так, стоит. Так, что у меня там? 75-200. Сколько мне надо? 85-200. Ну, не 3, я хоть не сэкономил. С
112. 112 штук мне надо. Так, значит, таким макаром лезем в гараж. Dodge Viper. В принципе, можно доджа продать. Не, по сравнению с Carrera, он вообще не подхватывает. Внимание всем! Серия жалоб, неосторожное вождение. Нарушитель следовал на запад. Мимо лаборатории, ближайший экипаж. Проверьте вызов. Ладно, блять. Сто три. Ништяк. Так, гонки уже 2 из 8. А, то же самое, но в обратном направлении. Ну, хули, поехали. Так, что это у меня? Карарес, по-моему. Рекса 8. Это вы там будете тошнить. А я-то бешеный сумасшедший, бля, буду. Ух ты ж, сука. Даже как-то настолько сконцентрировался, что забыл говорить. Ух, так. Так. Ах ты ж, мать твою, бочка как неудачно выскочила. Наваливаем прям так, чётенько наваливаем. Хоба, хоба, хоба. Тут.
я даже не знаю, что сказать. Пилится? А, не пилится. Вряд ли такая авария размазала бы машину по стенке. Вот за что я люблю все-таки вот эти вот аркадные гоночки. Может гонять как угашенные, те за это не будет целая нихуя. С итальянским сыром. Так, небольшой дрист. Слушайте, а может потом как-нибудь про стрит пройдем, а? Или подземелье второе. Лю. Хотя у меня есть более интересные варианты, что пройти именно в плане гоночек. Но это уже другая история. Блядский запорожец. Что-то там меня очень быстро ебать взялись. Я сейчас посмотрел на счетчик кругов и немножко прихуел. В смысле, три. Когда было два. Ладно, блядь. Триста сорок восемь километров в час. Это максималка. На текущий момент. Блять, кружба. Я даже сумел выехать из 5 минут на двух кругах. Ну и по логике вещей я должен выехать из 7,5 на 3. Очень грубая ошибка. Ладно, пилим далее. Так. О, вот это ускорение, вот это я понимаю. Один вообще отстал на километр. Ебись, ты провались. Тут. Так, газу. Связки сохнут. Так. Черик, пизды, к хуя, ку-ку. Вот реально, она ведет себя в какой-то мере как Астон Мартин, но она не такая тяжелая, она очень весело стартует. 347 км. Астон вел себя точно так же, он как будто прилипал к земле. Я не помню, правда, на каком... А, на этом, на Развалюшене мы до этого ездили. И... Блять, Развалюшен, он тоже легкий, но он не липнет абсолютно. Он просто как шайба в аэрохоккее. Туда-сюда, туда-сюда.
Астон он тяжеловат, но он прилипал. А это и легкая, и липучая. Хуяришь 350, и тебе как-то побую. Что, куда, кого? Блять. Я тут хотел за тюнячками съездить. Вижу машину с указанными приметами. Преследую. Код 3. Поганцы. Следует на север. По 99-му шоссе. 1085. Код 6 не останавливается. Нужна поддержка. Прием. Необходимо прочесать район. Я его упустил. Лох. Пидор. Так, есть деньги. Трансуха очень дорого обходится. Сколько мы могли ехать? 347, да? Ну, сейчас небольшие замеры. Он совсем по-другому поехал, вот честно. Дорога, правда, мокрая, мне не схватиться никак. Я не знаю, что там, но на стоп-кадре я увижу. По-моему, 360 было. Внимание, округу 3. Вызов 911. Автомобиль на большой скорости. Ехал на восток по 99-му шоссе. Экипажем проверить. Что еще у вас есть на него? Следитель не успел рассмотреть объект. Уточняем. Ждите описания. Так. Черт с ними, с ментами. Вижу машину с указанными приметами. Преследую. Когда типа приметы-то не указали. Я все никак не могу набрать скорость, чтобы увидеть максимал очку. Я просто хз, что куда и как. Так, 330. Тоннель надо пройти аккуратно, чтобы сильно слишком скорость не погасить. Бомц. Бомц. Более-менее нормальная разгонная полоса. Это, наверное, то место, где мы тогда остановились. Когда я в машину вмазался. Это ж нехуй было рулить налево без поворотников, пес смердящий.
Блять. Ладно, хер с ним. Так, что у нас там по Парижкам? Парижки, Парижки, Парижки. 200 тонн ущерба, 9 минут хвоста, 12 заградов, из них 8 с шипами. 5 пари. Мы уже сделали 5 пари. Нам задали 2, мы уже сделали. Рейта надо 7550, а у меня 6450, то есть лям 100. За каждую из паришек сколько мне отсыплют? 180. Раз, два, три, четыре. 400 и 320. 720. Короче, 400 тонн рейта надо еще сверху набить. Чтоб прям было все красиво. Но опять же, ментобойню мы, наверное, оставим на следующую серию. Кто смотрел, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. И до скорого.